Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, любители нумизматы, вот, коллекционеры. У нас сегодня, к вашему вниманию, представлены. Следующий у нас серебро времен СССР, то есть у нас серебряные монетки, вот, СССРских времен. Так, и быстренько начнем наш краткий обзор с 10 копеек 23 года. Вот такая вот монеточка. Радянская Республика. Советская Республика. Так можно сказать по-русски. Так, материал у нас серебро. 500-й пробы. Гурт ребристый. Вот это в 23-м году была обиходная монетка. Вот. В ходу было серебро. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот такая вот СССР. Вот. Тираж неизвестен по данной монетке. Каталожная цена выше 50 гривен. Вот. Вес по данной монетке у нас 1,8 грамм. Сейчас их проверим ради интереса. 1,59 тоже вот так вот. Трошки у нас не сходится. Может, немножко врут мои китайские весы. Вот, но такая вот монеточка. Смысла их подделывать нету. Я думаю, что это оригинал. Вот. Видите, пишет. Так что серебро. Так, следующая у нас идет СССРовская монетка. Это 10 копеек, но уже 25 года. Вот, уже отличается от тех монет раннего периода. Вот тут уже у нас идет колоски. Здесь у нас идут, по-моему, дубовые ветви или что-то такое. Вот. Обиходная монетка. Также серебро 500-й пробы. Вот монетка с обихода, видно. Вот в таком неплохом состоянии. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Город ребристый. Тираж, как всегда, неизвестен. Очень большой. Монетка с обихода. Вот. Цены на данные монеты очень упали, конечно. 1,8 грамма. 1,79. В принципе, цена... Ой, вес практически полностью совпадает. Но я еще же говорю, такие монетки практически никто не подделает. Потому что не стоит оно того. Подталожная цена этой монеты 45 гривен. Следующая у нас 10 копеек. Это уже у нас 27 год. Вот. Такая вот у нас монетка. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. СССР, гурт ребристый, серебро 500-й пробы, есть немножко окисля, но ничего, убирается, если кинуть специальное средство для чистки. Вот. Вот у нас ребристый по данной монетке, вес должен быть тоже 1,8 грамма, сейчас проверим, 1,58 грамма в данной монетке. Следующая наша монетка, это у нас 10 копеек 30 года. Тираж также самое неизвестен. Был очень большой. Монетка обиходная, серебро 500-й пробы. Вот хурт у нас тут ребристый такой. Пролетарий, сестра, соединяйтесь. Также монетка с обихода. Вот. В принципе, можно... С удовольствием положить себе в коллекцию. Монетка не убитая, не затёганная. 1,65. 1,8 грамма. Так, ну и последнее серебра на сегодня. Такая вот быстренький такой вот небольшой обзорчик, чтобы успел подготовить. Это у нас 20 копеек 24 года. Вот. Такая вот неплохая монетка. Интересная.
Вот у нас репристы. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. СССР. Немножко затертая уже. Ну, это не критично, я думаю. Вот цена данной монетки каталожная 53, больше 53 гривен. Вот. Вес у нас данной монеты должен быть 3,6 грамма. 3,47 практически подходит. Вот. Как всегда, тираж известен. Вот. Ну и покажем, что же сегодня тоже выставлю в курсе. Все монетки, кстати, будут выставлены на продажу в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Выставлю сегодня на продажу Богдан Хмельницкий. Такая вот ювелирная украинская монета. Запайки. 95 года. 200 тысяч карбованців. Національний банк України. Ось така ось хурт ребристий, видно, ось така ось монетка в запайці. Хто там колекціонує, також буде виставлено в групі в Фейсбуці. Заходьте, всіх запрошую. Ось. Можна буде зайти і придбати. Ну і так, проведу рекламу. Показувати я, звісно, їх там не сильно буду розказувати про них. Ну, у нас сьогодні будуть теж виставлені такі ось іноземні монетки. Ось. Португальські. Ну, всякі монети. Ісландія. Такі ось у нас. Аура, Ісландія. Такі ось монетки. Одна. Ісландія, 10 крон, такі ось монетки, теж буду сьогодні виставлені в групі в Фейсбуці. Ось. Кому цікаво, запрошую. Всі, хто не підписався, підписуйтесь. Перейдемо опять на русский. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не пише коментарі, прошу, пишите, говорите, советуйте. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube-канале. Всем пока.